смазанный пулемет или меткий пистомет? Пистомет? Пистомет и пулемет. Понятно. О, господи, там наверху всякие... Почему эта игра состоит из жирных и бешеных? Ну вот, тебя как-то... А, про жирных и бешеных. Вот жирный, а вот бешеный. Я, короче, тут стою, стреляю в него, а ты там... Ну, я бегаю по кругу там и все такое. Байте его, байте. Эй! Вот здесь! Ты бы мне хоть подсказывал, где он? А я сам не ебу. Он здесь! А говорю, я не ебу. Как эти люди тут вообще перемещаются по всем этим местам? Тут кто-то большой. Да это типа неудобно. Сделали бы тут лестницы, обустроили все хотя бы. Слушай, ты, блядь, мамочка. Не, ну если они вообще не в комфорте. Закину-ка им туда свою чудо-грену. Тебе не похуй на них, а? Чудо-грена убила. Почему ты все гранаты одной убиваешь? О, что это? Апельсиновая медсестра. Ангельская медсестра. Апельсиновая? Блядь, серьезно? Мы ищем Ролтона. Да. В поисках утраченного Ролтона. Оль, ты тут яма! Ну вот Ролтон. Походу с говядиной. Смешно. Я не пойду за ним, пока не открою этот ебаный склад. Мне вообще плевать. Этого мужика, его кто-то схватил, смотри. Да мне поебать вообще. Но там же сюжет улетает. Да похуй. Эй, сюжет там, в той стороне. Да не ебёт вообще. Да там большая синяя клетка, она уезжает, нам надо за ней бежать. Тут ящик с оружием, блядь. Я нашел лестницу наверх. А там нет ничего, там я нашел гранаты. Я отвечаю, я сейчас смогу найти путь на нахер. Даже спорить с тобой не буду. Я отвечаю, тут эти крысы летающие. Инспектор-ремонтник. А, я все это время по крыше дома стрелял и думал, что это враг. Летающий. Понятно. Посмотри, вот видишь, вот тот треугольник, я думал, это враг летает. Вот они. Арабская ночь. Нет. Иридий упал. Нет. Ты не дурак. Я его ловлю. Я тебя отсюда не выпущу. Да как ты смеешь? Ой. Ты сам сейчас не выйдешь отсюда, придурок. Все. Ты либо едешь со мной, либо ты едешь сам. Ой, то есть я имел в виду, либо я ты... Еду, ладно, я еду сам. Кнопка сжечь, я нажал. Горит, смотри. Горит! Горит. Я не совсем понял принцип. Помоги мне. Найс, горит. Слушай, куда мне встать-то? Вот сюда вот, я прям ровно под нее встал, чтобы на меня не попало, окей? Не, как мне убежать? Скажите мне, как... Никак. Кто к тебе стучится в дом? Там долго объяснить. Меня это пугает, чувак. Это тебе в окно долбят? На каком ты этаже живешь? Шестом. Я нажал на кнопку использовать, я что-то открыл. Нет, я ж... Отлично. Ты... Я ж... Ты переключил станцию на радио. Молодец, полезный Вася. Дима тут всех убивает, а Вася переключает танцы на радио. Как? Чертов вентиль отвечает за радио. А, ну тогда не радио, хорошо. Тебе говорят уйти с мастерской. Да. А мы тут кое-чем... ты что тут делаешь? Ну, блин, ладно. Ты что делаешь? Ты лагаешь все еще. Меня бесит то, что все лагает. Ты сейчас секунд 15 назад просто мычал, на секунд 15 подряд. Это все, что ты говоришь. Почему так лагает интернет? Ой, тих. Я, блин. У меня сейчас все так лагало, что он за тобой какой-то припрыжкой прыгал. Припрыжкой прыгал? Да. Ходи в школу, придумай что-нибудь нормальное. Ходи в школу и придумай что-нибудь нормальное. Ты сейчас не знаю, как так умудрилась, но ты, лагая, трижды повторил одну и ту же фразу. То есть ты ходи в школу, ходи в школу, ходи в школу. Я не это говорил.
Тут у тебя такие звуки классные. Ты его убил, потом такой... Это на самом деле, я... Это не скайп так лагает, я сам издал такой звук. Дима, тебе помочь как-то можно? Нет. Ладно, я не буду, а то мы, если все умрем, то будет... Помоги тогда. Давай, давай, давай. Тихо, я тебя спасаю магическим способом. Магическим. Я хотел устроить вокруг тебя межпространственную воронку, чтобы теплый воздух смешался с холодным. Устроилось... Да ты меня... Идиот! А, ну правда, ну кретин, ну просто! Я не нарочно, я думал, мы умерли. А, что? Ой! Умер и выжил, я умер. Ладно, забрались мы наверх, и что дальше? Окей, дальше надо сделать, попробовать прыжок. Как? Я тебя Супермен, блядь, что ли? Раз, два, три! Что? Я на него упал. И в одном полете сдох и воскресился, молодец. Как его убивать-то? О, Скайрим начался. Это я его на полтора костря на вас не дамажил. Видишь его хп? Это полтора костря я ему снес. Ты не снес ничего. Именно, блядь. Он на меня упадает. Да ты... Да ты... Блядь! РПГ ведь есть. Не, я убил, нормально, поднял, все. Господи, кое-что вообще. У меня взорвались патроны хорошие. Да молодец, он меня сжигает каждый раз, когда ты меня лечишь. Да ёб твою мать! Я умер. Собрать в пакете. Погоди, я подниму, электрически подниму. Ой, вернее, убью. Да не тро... Да ёб твою мать! Ты такой тупой, блядь! Господи. Ты конченый просто, блядь. Тот, кто делал эту миссию, он убьёбок просто. Убьёбок. Давай, пол хп, только сейчас тут не тупивать. Сука, это, ну это битва в Dark Souls какая-то. И вся эта игра... Пиздец, Dark Souls. Это Dark Souls с пушками. Я, у меня 18 уровень называется предусмотрительная защитница. Сейчас предусмотрительно защищу. Сука, наконец-то, блядь. Всё. Блин, блядь. 10 тысяч окспы. О, 19 левел. 10 тысяч. Я все еще клиптоман. Хухаджухали, теперь... можно... Я хочу теперь на нем... Я... Ох ты, я залез на него. Я в него стреляю, сделал первый... А, нормально, он сдох. Стоп, ты зачем его убил? Не, твою мать, блядь, вот это вот я называю бой. О, детка, да ты вся горишь. Я твой огнетушитель. Пысь-пысь. Зырь, тут Якобс в цистерны разливают. Да? Какая мразь взорвала Якобс? Да, сука. Да ты чё ты творишь, блин? Мистер, неосторожность. Ты чё, охуел? Охуел? Как-то так. Охуел? Я попытался изобразить жестокого гопника. Охуел? Так, ты где? Да я ебусь тут с ним грузчиком. Я, конечно, я не вправе тобой командовать, но это немного, но не престижно. Хыдысь! А ты чё сказал, что сдох-то? Ты чё не сказал, что сдох? Я, сука, мертвый лежит, а твоя трубка мне падает. Почему ты не сказал, что умер? Я думал, ты просто пробежал. Мертвый ублюдок, ты хотя бы мог заметить, что валяюсь на земле? Я этого не видел! Мне полтора косаря забрали за тебя, ублюдок! Остался последний. Это что за собачка? Блять, это турель! 50 хп оставила. Это что за собачка, блять, это турель! Давай на счет 3 вместе прыгнем, короче. Давай, ты прыгаешь вправо, я тоже вправо. Давай. Раз, два. А, подожди, где право? Да ты, блять, тупой. Ну вот, просто наёбщик.